Здравствуйте, зрители. Это у нас кузнечик. Он 6 сантиметров, а с ногой где-то 10. У нас такие большие кузнечики водятся. У него голова 2 сантиметра. Глаз 5 миллиметров. И он зеленый. У него 6 зеленых лапок. И у него усики вырастают до 3 сантиметров. Вот этот кузнечик, он слишком большой. У него крылья достигают до 4 сантиметра. Он такой красивый. У него рот до 5 миллиметров вырастает. У него 4 лапки, которые он ходит. А 2 лапки, которые он прыгает. У него такие вот крылья красивенькие, зеленого цвета, и есть прозрачные крылья. Он красивенький и очень большой-пребольшой. Такие вот кузнечики сливаются с листвой. Вот почему они зеленого цвета. У них глазки, как у колорадского жука. Тело. Такие большие кузнечики водятся в Европе и всяких странах. У него есть такие вот большие лапки. Пока, зрители, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго, зрители!